женщины читают утренние правила прямо на улице. Не буду им мешать. Ну, погода действительно классная. Прям вообще, мы точно в Санкт-Петербурге. Ворота открыты, кстати. Вчера меня немного это все дело смутило. То есть, вот эта калитка, на самом деле, она просто открывается и все. И не надо ничего там пикать. А я, короче, развернулся, пошел в храм. Через храм нес вещи и так далее. Короче, ну, дурачок. Народ занимается спортом, не подумай ничего плохого. Это спорт. Хочу сказать, что Петербург на меня произвел очень хорошее впечатление в этот раз. То есть давно я здесь не был. Ну, не знаю, может быть, мне было лет 17, когда я тут последний раз был. Ну, например, скажем так. Короче, здесь вот, ну, набережная. Там вот сейчас... Я вам еще покажу, наверное, когда буду возвращаться обратно. Короче, слева дорожка для велосипедов, для всякого там, понятно, роликов там и так далее. Справа можно погулять. А вот сейчас почему-то начинается на том же, в принципе, самом месте, да, то есть продолжение этой дороги. Вот такая вот фигня. Вот этот вот щебень, я надеюсь, что он превратится в асфальт. Вот так вжух, и тогда будет неплохо. Да, храм Подворья, конечно, просто великолепный. Самое главное, что построен в 1842-1850 годах. Вот ребятки в форме постоянно ходят по мостам, сколько вот я тут нахожусь. Сейчас суббота, 8 утра, и я решил погулять. Больше часа до начала службы. Народ уже стоит возле храма. Ну, не знаю, я там, в принципе, уже был и в церковную лавку заходил, и не в одну. Поэтому, да, еще я не причащаюсь, поэтому мне не нужно, скажем, и исповедоваться тоже, соответственно. Вообще, хорошего в этом мало, конечно. Ну, что ж теперь, сидеть в келье и горевать, я вот решил прогуляться. Вот она, красотища-то. Перейти вот на другую сторону моста, я стою уже на третьем светофоре, вот я бегом, потому что очень долго надо ждать, пока загорится зеленый, и очень быстро он гаснет. Зевать нельзя, все-таки Петербург. Я думал, куда лучше пойти. Ну, то есть, я вообще хочу к Исаакиевскому собору пойти, но я подумал, что лучше по набережной. Кстати говоря, вот у меня надета только футболка, и я даже не задумался о том, что можно надеть еще куртку. И, кстати, ну, так прохладненько, но мне вообще самое то. Просто отлично. Я иду по Санкт-Петербургу. Блин, да что ж ты будешь делать? Брак по звуку сейчас будет. Вот такой... Такая тарантайка тут ездит с утра пораньше. Я иду по Санкт-Петербургу, вообще совершенно не парюсь. Я нифига не знаю города, абсолютно. Я не ориентируюсь. Но на самом деле Подворье, конечно, но надо еще умудриться, чтобы перепутать. Вообще классное ощущение. Идешь вот как-то как по родному городу. Прям странно даже, прям странно как-то. А вот Исаакиевский собор. Прямо напротив суда. Большое видится на расстоянии. Значит, надо еще дальше сходить. Ну, вот как-то так. Кстати, дождик немножко накрапывает. Ну, облака вот, можете посмотреть. Вообще не понимаю, как это выглядит. Китайцы тут уже начинают потихоньку заполонять улицы Петербурга. Забавное отличие получается: в Петербурге и пешеходам, и водителям показывают время, сколько будет гореть светофор. Вот, сейчас, допустим, пошло. И для водителя загорелся красный свет, тоже с обратным отчетом. Вот это вот, как вы думаете, что? Это гостиница «Англитер». Понимаете? Не самое лучшее название для гостиницы. Вообще, насколько я знаю, ту, в которой повесился Есенин, снесли. Мой любимый писатель, между прочим.
А сейчас тут ОФК банк. Вот так вот. Ну такой, кстати, симпатичный домик, я хочу вам сказать. Если бы я знал, куда потом это можно вернуть, там где-то поблизости с тем местом, где мы остановились, я бы, конечно, сейчас взял велик, да и поехал бы. Было бы прикольно. Можно было вообще все объехать. Хотя план у меня такой, что я пойду все-таки на другую сторону набережной и просто вернусь в подворье. И, может быть, магазинчик какой-нибудь повстречаю, потому что у нас там ходят слухи, что у нас может времени-то, собственно, и не хватить ни на какие нафиг магазинчики. Второй час. Нарушаем правила, да? Так и до Невского недалеко дойти. Короче, я сделал 5000 шагов, где-то минут за 50. И вот я где? Оказалось, что все так далеко. Не, ничего подобного. Очень так бодреньким, нормальным шагом, не бежал, ничего. Короче, мне вообще в этом плане абсолютно комфортно. Надо было раньше выходить, сейчас бы я уже на другом конце Петербурга гулял. Немножко красоты. Я думаю, неужели кто-то ест жареные каштаны? Поющие мосты ежедневно. Вчера в час ночи один мост изволил петь, но я не пошел, не застал я это все дело, потому что мои спутники решили пойти спать. А я, честно говоря, думал, что мы реально до часу будем гулять. И главное, спать не хотелось. Вот он, это я. Туда я хочу сходить. Вот здесь я, кстати говоря, не был. Да, приколите, я не был в Эрмитаже. Да, и сейчас у меня ничего не получается. Видимо, не судьба. Стоило отойти от туристического центра на 1000 шагов, и я иду один. Практически никого нет. Я так понимаю, вот уже стена монастыря идет. Вот этот марафонец сказал мне в сторону. Вот он бежит в зеленых трусах. Это что за таможенный пункт? Так, ну вот по этому мосту все идут на территорию монастыря. Вообще, конечно, я уже опаздываю, но так хочется зайти. Это уже не первый заяц в моей жизни. Что не так с этим человеком? Моя маленькая башка. Вот этот храм, который так хорошо виден издалека. Двор, вы серьезно? То есть ради этого я столько пехал. Здесь какое-то мероприятие, связанное с военными, вот их очень много идет и уже много там стоит. Ну, где монетный двор, там и цыгане, конечно. Или это не цыгане, извините. Все только подходят, а я ухожу, потому что я уже опоздал на службу. Надо на самом деле еще поскорее, может быть, дойти до одного храма, если он не сильно далеко. Ну и все, вызывать такси и пулей. Рублей за сортир, это, конечно, капец. За вонючий, блин, там играет музыка, но все остальное там полное говно. 30 рублей. Петропавловская крепость. Понятно. Опасная зона, вот сидит человек, уходит до хрена. Я, походу, тупанул, вот можно было через этот выход вот так вот пойти, в обход вот так вот не идти, собственно. Но с другой стороны, вот это вот я бы не увидел. Человек загорает под палящим питерским солнцем.
про этот выход я говорил. Хотя, не знаю, может быть, меня бы и не пустили. Далалихин. Вспоминается не очень хорошая песенка. Далалихин, летчик Далалихин. Приземлился, отряхнулся, гребаная мать. Чё едем? Чё везём? Или кого? Короче, да, можно вот и таким образом попасть. Вон, с стройными колоннами. Вот они. Спасибо, что обратили внимание на себя. Это какое-то военное руководство, потому что машины с черными номерами. И поехали, поехали. Вот виднеется Исаакиевский собор, опять-таки, ориентироваться на самом деле элементарно. Короче, я перешел на другую сторону, я думаю, все будет ништяк. Я запомнил номер такси, 3-3-4-0, то есть запомнить очень легко, вот мимо проезжают. А Яндекс, там написано 49 от 49 рублей. Что нахрен, блин, от 49 рублей? Вот и получайте. Хотя, не знаю, может быть, через приложение тоже получится все-таки заказать. Посмотрим, как лучше. Ресторан. Нифига себе, вот это все ресторан. Он что, не плавает? Фитнес-центр. Вы серьезно? В летучем голландце, блин. Питер, ты не перестаешь меня удивлять? Вот эти красные столбики тоже неплохой ориентир. Человек спит. Здесь почему-то все спят. В Петербурге, блин. Такой город. Я совсем не сонный, я хочу сказать. Болтливый водитель, тариф, зашибись. А ничего, что мужик ездит вон на велике, полуголый. А ничего, что нельзя разговаривать за рулем, алло. Ну, пока что, в общем, все тот же пейзаж. Значит, мне нужно перейти на следующую сторону и идти вот так вот вдоль набережной, и я на месте. За что так обидели итальяшек? Дворец спорта юбилейный. Я так понимаю, что это футбольный стадион. Какой врать не буду, не знаю. Это буёк в виде купола храма, что ли, не понимаю. Ну, получается, мне не совсем сюда, мне немножко в другое место. То есть, наверное, надо еще перейти туда вот и параллельно уже пойти. Ну, надо вызывать такси уже, хватит шляться. Так вот что такое пилон, а я-то думал. Не, очень хорошо, что все чинят. Я хочу сказать, что с прошлой моей поездки 40-летней давности, ну, реально изменилось в лучшую сторону. Петербург еще недостаточно чистый, ну и назвать его грязным городом, ну, как-то язык не поворачивается. Это все-таки не так. Мусора на самом деле, ну, блин, он везде есть. Сейчас меня на нерегулируемом перекрестке пропустил водитель. Приколите, вообще жесть, просто я не знаю, что будет дальше. Страшно подумать. Да-да-да, уже заканчиваю. Все, я уже закончил. Кстати говоря, метро, станция спортивная, между прочим. Но я иду, куда иду, короче, мне все ништяк. Вот, кстати, наверное, там плакат с надписью «Такси» и номером вот этот, который я уже запомнил. Но, наверное, пора уже и вызывать все-таки, сколько можно. На метро туда не доедешь, точно. Я вызвал такси, жду. Все-таки дико неудобно, что одна карточка. Да, хотел сказать про таксиста. Сейчас, ну, я говорю, можно я поснимаю дорогу? Да, мне похер, можешь и меня снимать тоже. Ну, короче, вот, это второй таксист тоже. Да, можешь и меня, мне плевать. Но он что-то совсем был неразговорчивый. Короче, 200 рублей мне обошлась поездка, там совсем недалеко оставалось. Я не то чтобы там заблудился, хотя, ну, я в какой-то момент подумал, что, ну, что-то я уже не совсем понимаю, как вот лучше идти сюда-туда. Ну и на самом деле я был на Васильевском острове, просто немножко с другой стороны вот мы подъехали к этому храму. И что хочу сказать, карточка вот в этот раз не сработала, там ни одна, ни другая. Странное дело. Пришлось все заплатить наличными вот так вот. Я не знаю, проверьте там, блин, у себя, в чем там дело. Да, и пользовался той же самой фирмой. Позвонил на этот раз, и мне такой, грубо говоря, автоответчик позвонил и сказал, что-то «Шкода» и «Сарайфт». Ну, по-английски, по-моему, и все.
Ну, у нас такая же история. Слушай, у нас главное так. Один храпел, а вторая все время ее будила. И говорит: Валя, перевернись, Валя, перевернись. Валя так раз перевернется, 10 минут тишина. И так у нас всю ночь. Не, мы... Ничего. Не, ну, экзотика. У нас, ну, мы без комментариев, но... Просыпался я периодически тоже от того же самого. Но это была бы не паломническая поездка, если все прям, все прям идеально. Дима, куда мы идем? Допустим. И там покоятся мощи Святой Блаженной Ксении Петербургской. Вас надо развернуть. Небольшая экскурсия по кладбищу. Кладбище достаточно старинное, я так понимаю, надо уточнить вообще, конечно, когда оно образовалось. Но я видел, так, 19 век частенько встречается на надгробных плитах. К сожалению, очень тихо говорит экскурсовод. Наверное, я слышу всего лишь 30% из того, что он говорит, а все очень интересно, потому что про каких-то святых я вообще ничего совершенно не слышал. Ну или так, очень-очень отдаленно. Из Смоленска сюда прибыли купцы. И так получилось, что купцы жили в основном на Васильевском острове. Мы сейчас с вами находимся на Васильевском острове, а Петербург сам состоит из множества островов. Всего таких островов 42. Эти купцы очень успешно вели свои дела в Петербурге, но жизнь-то она не вечная. Они умирали. Их надо было где-то хоронить более 250 лет, например, да, 2,5 века. И глядя на нее, друзья, мы с вами видим, как выглядели вообще могилы в 18, 19, начале 20 века. Почему? Потому что мы сейчас с вами привыкли видеть могилы совершенно другие. Поначалу исключительно светский человек, блестящая военная карьера, 18 лет уже на русско-турецкой войне 1877-1878 года, возвратившись с которой, он написал удивительные мемуары, до слез трогающие о том, как страшна война и как какой-то ужас. Горела часовня, но осталась одна икона. Не просто не повредилась, она преобразилась. Очень не люблю, когда эксплуатируют животных или детей, еще хуже, если детей, конечно, чтобы разжалобить человека, дабы он подал подаяние. Экскурсия по кладбищу закончилась, нам повезло, мы приложились к кресту в часовне Ксении Петербургской. Наш батюшка
помазывал нас всех. Сейчас еще все это продолжается. Нас пустили, слава богу, без очереди, потому что мы, конечно же, ну никаким образом не уложились бы в это время. А все-таки не каждый день ездим в Петербург, и тем более по таким замечательным местам. Надо, конечно, снимать просто 24/7, чтобы, ну, столько информации, она такая важная, обо всем хочется рассказать и вам в том числе. То есть, например, то, что я там расслышал, то, что говорил экскурсовод. Все слова экскурсовода хотелось бы услышать и вырезать, может быть, самое значимое, но, может быть, и хорошо, что нельзя все записать, потому что будет стимул, чтобы сюда приехать специально с этой целью, чтобы посетить, вот, в частности, Смоленское кладбище. Наконец-таки хороший, приличный магазин. Столько всего интересного. Не знаю, что брать. В принципе, все похоже на наше, конечно, но все-таки мало ли что-то есть питерское. Как минимум, я видел шоколад с надписью «Санкт-Петербург». Хотел взять соус кальве, но он, короче, просто кипяченый. Нам дали на это все дело свертки, сумки. Не трогайте и не вскрывайте. Убедительно просим вас. Не вскрывайте, это про вены. Покрывая, сохраними от всякого собративного обстояния божественной твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. С прибежище мой сын, покров мой дух святый, Троица святая, слава тебе!